Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Общительность, дружелюбность, коммуникабельность и умение заводить новые знакомства – это своего рода талант и отдельная черта характера. Далеко не всем людям легко удается заводить друзей, выстраивать крепкие дружеские отношения и просто весело проводить время. А некоторым подружиться с кем-то легче простого. Вот только возникает вопрос – могут ли они стать по-настоящему надежными и верными друзьями на долгие годы? И в этом ролике мы расскажем о том, какие знаки зодиака считаются самыми дружелюбными. Скорпион. Друг-собственник. Топ-6 самых дружелюбных знаков зодиака открывают скорпионы. Люди, рожденные под покровительством этого созвездия, обладают мощной харизмой и притягательностью. Они словно магниты притягивают к себе внимание окружающих и легко добиваются их расположения. Скорпионы – очень интересные собеседники, а их взгляды на жизнь по-своему уникальны, и это является дополнительным бонусом в их пользу. На деле же скорпионы становятся не такими надежными и добрыми друзьями. Их склонность к жесткому контролю и властности проявляются не только в любовных, но и в дружеских отношениях. Они считают друзей своей собственностью и жутко ревнуют их к другим людям. И неудивительно, что далеко не все готовы мириться с таким качеством. Близнецы. Любители поразмышлять. Близнецы – жизнерадостные и общительные люди. Чаще всего они очень легко заводят друзей. Они привлекают людей своей энергичностью, искренностью и живым интересом к тем, кто их окружает. Но есть один минус. Близнецы зациклены на том, что именно думают о них их товарищи. Они могут подолгу терзать себя сомнениями. И пока они разберутся в собственных умозаключениях, уже и дружить перехочется. Если вы хотите подружиться с человеком, рожденным под знаком близнецы, просто не давайте ему поводов и времени для всех этих раздумий. Тогда он сможет стать для вас настоящим другом, верным, преданным и очень веселым. Телец. Друг-наседка. Четвертое место среди самых дружелюбных знаков зодиака занимают тельцы. Это невероятно добродушные и приятные в общении люди. Они дарят тепло и искренность не только своим близким, но и новым знакомым. И это вызывает желание поскорее с ними подружиться. И не отказывайтесь от этой возможности. Это настоящее сокровище, а не просто приятель. Он ценит, уважает и дорожит своими друзьями, обеспечивает им поддержку, дарит заботу и внимание. Телец никогда не бросит друга в беде. Вы можете смело рассчитывать на его помощь в любой непростой ситуации. Главное быть искренним и честным в общении с ним. Подорвав его доверие, вы навсегда лишитесь его расположения. Овен. Самый драйвовый друг. Подопечные знака Овен – жизнелюбивые, целеустремленные и харизматичные люди. Они обожают путешествия, приключения, ощущение драйва и адреналина в крови. Они стремятся прожить жизнь максимально ярко и интересно. Овен легко становится душой компании, даже если общается с людьми совсем недолго. Благодаря дару красноречия и хорошей интуиции он легко сходится с людьми. Дружить с Овном – весело и интересно. Однако лучших и по-настоящему близких друзей обычно у него не так уж и много. Стрелец – самый веселый и беззаботный друг. Стрельцы – это положительные и веселые люди. От них веет жизнерадостностью, азартом и юношеским максимализмом. У них прекрасное чувство юмора, благодаря которому они легко находят к людям подход. С ними можно весело провести время, насладиться позитивом и смешными шутками. Заводить друзей стрельцам действительно удается очень легко, поскольку окружающим нравится легкость и позитив, присутствующие в отношениях с ними. Однако порою из-за непостоянства подопечных этого знака дружеские отношения с ними могут внезапно оборваться. Весы – самые дружелюбные и открытые. Самый дружелюбный знак зодиака – Весы. Дружелюбию, общительности и обворожительности весов можно только позавидовать. С первых минут общения с ними человек не испытывает ни малейшего дискомфорта
и чувствуют себя как рыба в воде. Новые знакомые стремятся оказаться в числе их друзей как можно быстрее. Весы обожают знакомиться и общаться с новыми людьми. Они покоряют окружающих своей доброжелательностью, искренностью и добродушием. Окружающие их просто обожают, поэтому практически каждый мечтает дружить с подопечными этого знака. А какого знака зодиака ваши лучшие друзья? Напишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, ведь впереди еще много интересного. А с вами был канал на AMDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!